Есть в городе Амурске замечательное место, куда стремятся многие юные амурчане. Это детский эколого-биологический центр «Натуралист». А в нем есть музей Приамурья. Об этом более подробно смотрите далее. 8 детей решили проверить свои знания в экологической олимпиаде. Задания дети проходили в эколого-биологическом центре «Натуралист». В нашем центре «Натуралист» сегодня проходит олимпиада по экологии. Это районный этап Всероссийской олимпиады школьников, который проходит по всей стране. Сегодня олимпиаду по экологии выполняют ребята всего Хабаровского края. И эта олимпиада включает в себя два тура. Первый тур теоретический, когда ребята отвечают на вопросы, тестовые задания, выполняют письменный тур в течение 2 часов в отдельном помещении. Дальше 9 и 11 классы защищают свои проекты. Это второй практический тур, который касается уже старшеклассников. Те ребята, которые у нас наберут наибольшее количество баллов и станут победителями олимпиады, примут участие уже в краевом этапе. Ну и последний этап – это, конечно же, всероссийский. Там будут представлены все предметы, те ребята, которые заняли в крае призовые места, они могут стать участниками всероссийской олимпиады. Она, как правило, проходит в европейской части России, и Министерство образования оплачивает проезды, и будем очень сильно надеяться, что наши ребята по экологии тоже войдут в число лидеров и, возможно, примут участие во всероссийском этапе. Дети 2, 3, 9 школы города Амурска приняли участие, а также ученик школы номер 3 поселка Эльбан. Больше всех по результатам олимпиады набрал Арафик Аганисян, ученик школы номер 3 города Амурска. Детей оценивали не баллами, а процент. Арафик заработал 70% от 100, опередив других детей на 20 и более процентов. Ему предстоит отправиться на краевую олимпиаду и побороться за место на всероссийской. Яна Кубрушко, Игорь Демьяненко, телеканал Амурск.